Полезный престарный, ты делу всему и делать или он телохранителя. Вы же невидимо отразите вся противные вещи, видимых и невидимых врагов, и во всем благопоспешно, сооружению же мудрость, и к совершению силу, силу и действо, и благодати и пресвятого Духа подать. Господу помолимся. Господи, Господу помолимся. Спаси. Христос воскрес всем. И Христос воскрес всем. И но восстановлен же храм Христа Спасителя в городе Москве. Неужели мы не восстановим наш Преображенский собор? Хотя я не скрываю, что есть, которые не очень желают, чтобы был восстановлен этот собор. Они скрежещут зубами. Но как бы там ни было, милостив Господь, и мы надеемся, что найдутся люди, которые оказывают поддержку и помощь в восстановлении и возрождении разрушенной этой святыни. И, конечно, Бог помощь всем тем, которые примут участие в восстановлении этого собора. Я надеюсь, и также верующие города Твери, хотя малые лепты, но принесут и оказывают поддержку для восстановления нашего кафедрального собора. Воскресший Господь наш Иисус Христос да вспомоществует нам возродить эту святыню. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Дорогие Иисусе во Христе, братья и сестры, я уже обратился словом радости в своем приветствии послушая предстоящее возрождение и восстановление древней святыни нашей города Твери. И мое сердце наполнится особой радости. Радости торжества, радости восстановления справедливости, радости, прежде всего, твердой, непоколебимой веры. Веры, что мы возродим эту святыню и будем свидетелями, очевидцами освящения этого древнего кафедрального собора. Сегодняшний день, я думаю, для всех запомнится, для всех верующих православных христиан. 15 число месяца мая это будет историческим
событий в жизни нашего древнего города. 15 мая. История, наверное, повторяется, потому что у наших предков хватило сил восстановить храм, построенный в 13 веке после сожжения польско-литовскими захватчиками. Я думаю, времена были не самые легкие, но дело было сделано, и храм был восстановлен. Пришло наше время, и мне кажется, самая сегодня очень знаковая дата, когда мы после десятилетия, 10 лет, приступаем к практическим шагам восстановления нашей святыни, нашего Спасо-Преображенского храма. Храма, куда с 13 века люди шли в минуты радости, в минуты скорби. К нам ехали гости в Тверь, приезжая к Спасу. И у нас выпала уникальная возможность своими силами, силами каждого, о чем говорил Владыка, восстановить историю. Не так давно, не так недавно, буквально, когда мы отмечали 67-ю годовщину со дня победы в Великой Отечественной войне, мы говорили о том, насколько важно сохранять историю, справедливость историческую. И этот шаг, который мы сегодня сделали, ведет к восстановлению не только исторической справедливости, но и очередной шаг к духовному возрождению моей родной земли. Духовно возрождая нашу землю, я уверен, мы делаем шаги, правильные шаги к возрождению и процветанию нашего дорогого края. Я всем нам, всех нас поздравляю с сегодняшним событием и желаю набраться сил, терпения, а самое главное, чтобы у каждого у нас было желание. Нехорошо, наверное, когда не самые юные земляки, тверичи даже не знают, что на этом месте когда-то стоял великолепный храм, копия которого сейчас находится на столике, который будет восстановлен. Успехов нам, нелегком, но благородном деле. Спаси, помилуй, Христе, спаси, помилуй мою.